Столинский регион – лидер в Брестской области по количеству новорожденных. В этом году уже более 800 младенцев появились на свет. И семей многодетных здесь порядка 2000. Еще один детский сад в деревне Ремель здесь был просто необходим. Главный герой торжества – открытие нового, уютного дома для детей, конечно, сами малыши. Но церемония стала праздником для всех жителей. На открытии в числе гостей те, кто финансировал и строил, те, кто вкладывал душу в дизайн детского сада, представители областной и районной вертикали, строители, воспитатели, родители. Именно на Полесье у нас в том же Столинском районе проживают прекрасные люди. И самое главное, что многодетных семей очень много. Семьи, которые трудолюбивые, семьи, которые учат своих детей и к труду, и к тому, как жить на свете. Это самая главная опора нашей страны в будущем. Поэтому я считаю, что правильно, что вот эта политика, вот, дойти до каждого села, до каждой глубинной деревни, которая находится далеко, может быть, от центра, она выполняется, она очень правильно. Ремельский ясли-сад получился ярким, уютным, комфортным и по-настоящему домашним. Рассчитанный на 75 мест, он удовлетворит запросы родителей, которые смело могут отдавать в опытные руки педагогов своих драгоценных чад, начиная с двухлетнего возраста и до самой школы. В учреждении образования созданы все условия для гармоничного развития детей. Комната детского творчества, прекрасные современные спортивные и музыкальные залы, уютные спальни и игровые, а еще подарок губернатора – компьютерный класс. Финансирование ясли и сада велось за счет средств областного бюджета и обошлось казне в более чем 26 миллиардов белорусских рублей. Сейчас надо рассчитывать только на бюджет области. То есть надо делать все возможное, чтобы регионы наши эффективно работали. И на основе этого только мы будем иметь возможность строить вот такие социальные объекты, я имею в виду, и школы, и детские садики, и больницы проводить парадок, те, которые мы не довели до ума еще. Именно на себя надо рассчитывать. Хотя программа, вот, которая по возрождению Припятского Полесья, она частично финансируется и будет финансироваться большие работы, именно что касается газификации, водоснабжение, мелиорации, за что государство. Тут очень большую роль играет помощь государства. Программа возрождения и развития села, определившая главные акценты аграрной политики, а также программа развития Припятского Полесья, позволяют создавать достойные условия жизни в глубинке. Яркий пример тому и открытие физкультурно-оздоровительного комплекса в агрогородке Ольшана. Это еще один подарок жителям Столинщины в канун праздника. Построен он по просьбе самих жителей. Объект был возведен за 9 месяцев. На его строительство и оснащение было направлено порядка 20 миллиардов. В апреле месяце прошлого, когда был президент нашей страны в Ольшанах, он людям пообещал, что обязательно сделаем спортивный комплекс. И дал такое поручение, и мы это поручение президента выполнили. Линия, которую ведет наш президент по социально ориентированному развитию нашей страны, она не претерпит изменений. И поэтому, как бы сложно ни было при формировании бюджета, но социальная направленность будет сохранена. И вот все те объекты, которые мы запланировали в области социального характера, все затраты, или, которые мы должны профинансировать и в образовании, и в медицине, и в культуре, они будут обязательно выдержаны. И ущерба тут никакой не будет для этих отраслей. Ольшаны – один из самых крупных агрогородков Беларуси. Проживает здесь 7 тысяч человек. Очень много молодежи. И именно они сегодня заполнят спортивные залы нового ФОКа. Именно они придут в тренажерные залы, залы для фитнеса. Ребятишкам и взрослым ольшанцам по вкусу придутся и наружные спортивные площадки с искусственным покрытием. Кузница олимпийских кадров готова принять всех желающих. Обретать новые дома, больницы, спортивные объекты и учреждения образования государственному празднику – это дань традициям, равно как и сам этот день. Но вне зависимости от времени и расстояний, во всех регионах строительство социальных объектов будет вестись. Ведь сделать нужно еще очень много. Все параметры, с которыми мы будем заканчивать этот год, они вселяют уверенность, что у нас будет неплохой старт уже в январе 2014 года. А это как раз будет залог того, что
будет наполняться бюджет и будет возможность профинансировать все те планы наши, задумки, которые мы будем планировать на 2014 год и 2015 год, потому что все равно некоторые задельные объекты 2014 года не перейдут в план, 2015 год без задела не будет 2015 года. Лариса Осмолович, Александр Воронин, Антон Луговкин, телекомпания «Бук-ТВ».